Приветствую! В этом видео травма Анны Щербаковой. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Ранее Тим Туберидзе опубликовали видео с предсезонного сбора в Новогорске, где сейчас тренируется вся группа. На видео тренеры во главе с Этери Георгиевной отрабатывают прыжки на катке, а также проводят тренировку в зале. Мы видим, как работают Камила Валиева, Алина Загитова, Майя Хромых, Алена Косторная, Софья Акатьева. Не видно Евгении Медведевой и действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. И если с первой фигуристкой все понятно, ведь Женя сейчас активно занята в новой постановке «Илья Вербуха» Анна Каренина. Уже 30 июня все фигуристы, работающие в шоу, уезжают в Сочи, чтобы проводить репетиции непосредственно в Ледовом дворце «Айсберг». Спектакль будет проходить до середины сентября, поэтому все лето спортсмены будут заняты в показе премьеры. А вот об Анне Щербаковой пришли тревожные новости. Популярный спортивный канал сообщил, что чемпионка мира получила травму ноги, а конкретнее пальца. Произошло это за пределами тренировки. Предварительная информация, что Аня до конца недели будет восстанавливаться и уже с понедельника вновь возобновит работу на катке. Смущает только реакция директора школы самбо-70 Рената Лайшева. По его заявлению, никаких проблем со здоровьем у Анны нет, пока никто не тренируется, но скоро все начнут, в том числе и она.